привет! Сегодня мы будем распаковывать посылку. Сегодня я буду знакомить вас с маркой Riche, нашим марком, которая производит органическую косметику, натуральную косметику, которую очень-очень многие любят. Сейчас очень многих интересует именно состав. И состав этой марки, я думаю, многих порадует, потому что это натуральная косметика. Итак, начну с шампуня. Начну прежде всего, конечно, с упаковок. Я их очень часто встречала в интернете, смотрела. У всех они есть, а у меня нет. И сейчас есть у меня. Вот такие красивые черные упаковки, лаконичные. Внутри не менее черная бутылочка. И внутри не менее черный шампунь. Это меня очень удивило. Я не ожидала, я не открывала, не смотрела. И когда пошла в ванную, наливаю на руку шампунь, смотрю, он черный. Я так удивилась. Во время мытья даже открыла глаза посмотреть, какая черная стекает пена, но черная пена не была. Она была белая, приятная. Шампунь мне очень понравился, это любовь с первого применения, потому что он невероятно быстро пенится. Благодаря, наверное, тому, что в составе мыльный орех. Или даже делают его из мыльного ореха. Здесь и подсолнечное масло, и витаминов очень много. И называется шампунь Амла Ойл, то есть это масло амлы. А амла, как известно, богата невероятно витаминами и всякими полезными для кожи, головы веществами. И помимо того, что этот шампунь увлажняет, придает объем волосам, помимо всех этих действий, которые на наши волосы оказывает обычный шампунь, здесь еще и антисептик, и против зуда, даже против усталости. Это очень приятно. Скажу вам, что одушка очень приятная у шампуня, мне она понравилась. Она немного сладковата, но это совсем немного и приятно сладко. Медовая, парфюмированная, очень приятная. И то, что пенится с первого раза, это тоже на меня производит хорошее впечатление. Помимо того, что шампунь очищает кожу головы, укрепляет волосяные фолликулы, способствует активному росту волос, еще что для меня тоже важно. И волосы восстанавливаются сухие, ломкие, возвращается сила, блеск, мягкость. Даже подходит для волос после кератинового выпрямления. Скажу, что это первый шампунь за последнее время, скажу даже как за последнее, со времен школы. До тех пор, пока не появились, наверное, бальзамы, я всегда пользуюсь бальзамом или маской. Это первый шампунь, который я использовала без. Очень он маслянист, насыщен, и, скорее всего, мне не потребуется бальзам. В первый раз я попробовала бальзам, просто из другой марки, но подумала, нет, не стоит. И сегодня я помыла голову без него. И должна вам сказать, что волосы прекрасно расчесала, что меня очень удивило и приятно удивило, конечно же. Поэтому шампунчик рекомендую смело. Следующее, что у меня есть, это тоже в такой же упаковке, это масло. Масло для волос. Можно использовать его по-разному. Посмотрите, такое же оно красивое, черное. Очень нравится мне этот черный дизайн, особенно если белая ванна. Красиво будет смотреться там. Масло амлы также уже, как я и говорила, и восстанавливает, и питает структуру волос, защищает от агрессивного воздействия окружающей среды. И помимо всего этого укрепляет корни, придает силу ломким волосам безжизненным. Скажу вам, что это однозначно правда. Только если у вас волосы такого плана, как у меня, нужно меньше капли. Это очень экономичное средство. Его нужно так мало. Вот как только можно себе представить, вот так мало. Потому что, наверное, с рисовое зернышко, потому что очень густое масло. И его нужно сильно между ладонями растереть и намазать на влажные волосы и потом сушить. Если вы переусердствуете, волосы будут казаться немного жирными. Поэтому учтите это. У кого волосы пористые, сухие и толстые, конечно, вам без проблем можно пользоваться этим средством, и оно подойдет вам. Для ежедневного использования можно применять 1-2 капли масла, равномерно распределить на влажные волосы и по всей длине, это то, о чем я говорила. Также на ночь или за час до мытья, мне понравилась вот эта схема, но я еще не пробовала, нанести масло на сухие корни волос и мягкими массирующими движениями смыть с помощью шампуня. Это я еще не пробовала, конечно, будет обзор, это пока просто я успела попользоваться 2 раза, и судить еще сложно, но будет обзор,
буквально через 2-3 недели, когда я уже составлю какое-то окончательное мнение об этих продуктах. Но пока оно вот такое и самое лучшее. Перед нанесением нужно встряхнуть флакон, чего я, собственно, не сделала. Моя ошибка, я не прочитала этого. Но встряхну обязательно в следующий раз. Следующее, что у меня есть, это... Давайте мыло. Покажу мыло. Красивая упаковка, немного здесь белого. Похоже на мой фон. По цвету имею в виду. Кстати, волосы, конечно же, я сегодня помыла этим шампунем. Вот так они лежат. И мои волосы совершенно никак не выглядят, если их не отутюжить. А сегодня выглядят. Вот так упаковано мыло. Я уже им пользовалась, но засунула его сюда обратно, чтобы показать, как это все было. Пахнет невероятно. Вот такое черное мыло. Мне очень приятно опять. Как будто по-новому его каждый раз я узнаю. Я чувствую цитрус. Сладкий цитрус. Что-то очень приятное здесь. Мыло мне понравилось тем, что оно не стягивает кожу. Абсолютно комфортное, приятное мыло. Вот была у меня такая просто возможность сравнить, что теперь стало для меня это важно. От одного мыла у меня стянуло, как будто, знаете, колени стянулись, и чтобы их, когда ходишь, чтобы их разогнуть, нужно приложить какие-то усилия. Вот после этого для меня очень важно, что мыло такое не стягивающее, что очень приятное. Поэтому вот это мыло мне очень понравилось. И особенно вот этот аромат очень приятный. Сладенький цитрус. Посмотрим, что здесь написано. В составе глицерин, очищенная вода, черная глина. Поэтому, наверное, оно такое черное. Кстати, пользуясь вот этим шампунем, можно не бояться за аллергические реакции, потому что это гипоаллергенный шампунь. Следующие две штуки, которые меня удивили, это скраб для лица и маска для лица. Больше меня удивила, конечно, маска, но сейчас расскажу о скрабе. Скраб, он кофейный. У меня были, я говорила уже несколько раз, скрабы для тела кофейные, они мне очень нравились, но я всегда боялась использовать их для лица, потому что они достаточно жесткие. Этот скраб не жесткий, он влажный, промасленный, хорошо пахнущий, отшелушивающий, естественно. И он находится в красивой упаковке. Вот такой скрабик. Нравится мне, что все здесь. Упаковки, кстати, очень приятные. И что они здесь запакованы вот так. У меня вот ассоциация, что это кофе с коньяком. Приятно. Приятные ассоциации, честно говоря. К скрабу прилагается книжечка. Здесь написано, как применять. И еще написано, какие продукты вы не... какой из наших продуктов вы не успели попробовать. Кстати, здесь есть кофейный скраб для тела. Вот его, может быть, мне еще можно заказать. Применение скраба усиливает синтез коллагена и эластина в кожных клетках. Растительные вытяжки из розы и алоэ вера устраняют серость и желтизну кожи, возвращая коже здоровый естественный цвет. Я согласна с этим. Мне очень понравилось. Я после этого скраба и после маски отправила фотографию своей подруге. И она сказала, как красиво у тебя блестит лицо, что ты там сделала. Я подумала, ну раз я не говорила, а заметили, значит действует. Это всегда проверка, самая честная. И вот такая маска. Это розовая маска. Мне понравилась, у меня впервые такая маска. Я знаю, моя сестра вечно что-то такое заказывает, и я никогда не заказывала. Но теперь я встала в ее ряды. Расскажу, как ее готовить. Нужно одну-две ложечки, ну, скорее всего, лучше одну ложечку. И две ложечки воды, чистой. Все это перемешать, так как маска сухая. Все это перемешать и намазать на лицо кисточкой. Маска засыхает, стягивает, как любая маска глиняная. Вот такой же эффект. Только она очень тоненькая. Это мне понравилось, потому что глиняные маски – это какая-то такая густая масса. А здесь очень тонкий слой, приятный. И сразу же мгновенное преображение до того, как куда-то идти. Вот сегодня я иду в гости, и я сделала себе все эти масочки. И теперь вот такая я вся блестящая, хорошая и отполированная. Еле уловимый запах здесь есть. Но когда маску наносишь, он как будто проявляется. То есть это вода, наверное, активирует все в этой маске. Мне нравится, что все средства произведены в России, и что это достойные средства. Я рада, что наконец Россия
научилась делать какие-то продукты. В принципе, она умела всегда. Потом какой-то был период застоя, и сейчас снова мы поднимаемся, и за это мне прямо очень гордо, что я имею честь вас знакомить с этой продукцией. На этом все. Оставлю вам ссылку, конечно, где это все можно приобрести. И ждите следующее видео. Всем спасибо. Пока-пока.